Аргеев, Кишинев, Бельцы, Хемтирасполька, Сабалардан, бизнес, адамнары, гельделяр, Гагаузия, Киерли, экономика, агентлери, нещиннен, танышма, Ола, и Гагаузия, Алыш, Верещеляр, ассоциация, Сигичерды, Барабар, Европа, ассоциация, СНН, Хем Европа, Гюндусу, Фондуннан. Цель мероприятия – показать Гагаузию, показать, как развивается Гагаузия, какие есть возможности здесь, а также наладить партнерские отношения между предпринимателями внутри Республики Молдова. Потому что есть внутри самой страны есть много возможностей по партнерствам и взаимному развитию, взаимовыгодному развитию. Гагаузия ильк нереде бизнес адамнары из стирлар бечермеклеринен пайлашма или ридору бюля булушмаклар гечечекляр Оргиевда Бельцы Химтирасполька Сабаларында. Сегодня у нас в зале будут около 50 компаний из разных регионов Республики Молдова, которые смогут установить бизнес-контакты для следующего сотрудничества, для будущего сотрудничества. Потому что, когда мы говорим о сегодняшнем кризисе и сегодняшней геополитической ситуации, очень важно находить контакты не только за границей или на внешнем уровне, но также и на местном уровне. И именно это является целью данного события, данного ивента. Яшама келердер, буюзеря херзаман лязым, енеликлери юренмя саерга гаузия башканы Ирина Влах. Если где-то возникает риск застоя, предпринимателям приходится перезагружаться. Поэтому я убеждена, что сегодняшний форум станет катализатором успешных идей и проектов. Бизнес успешен, если члены команды счастливы и продуктивны. А это значит, что мы должны мобилизоваться, найти внутренние силы, противостоять всем неурядицам, которые вызвала трагедия в Украине, вовлекшая нас в целый клубок неизбежных кризисов. Бизнес адамнары гельделяр олая тюрлю идеяларлан. Сегодня я пришел сюда с целью, во-первых, показать, что какие бизнесы у нас есть в Гагаузии для наших друзей из других городов Молдавии. Познакомиться, может быть, с какими-то людьми еще для продвижения своего бизнеса. Ну и просто вот в целью общего знания, как-то общего развития. Мы приехали от организации «Бизнес Хаб» с Тирасполя для нетворкинга, для бизнес-сотрудничества. Проект «Финанслер» Европа Берли. Татьяна Ставилова, Мария Статова, Григорий Ставилов, Алексей Герчу, ГРТ, Хайберляр.